Лидеры так называемой оппозиции, оказывается, прячут огромные суммы в запасах, рассказывая, что все вокруг закоррумпированы, кроме них. По предварительным данным, Немцов оставил наследство в $1 миллиард. Выгодно ли быть оппозиционером и за что несистемники получают плату, рассказал постоянный эксперт накануне ТВ политолог Сергей Черняховский. Те люди, которых абсолютно неоправданно преследует оппозиция, они не преследуют какую-либо из этих целей. Они преследуют цель самим стать у власти. А это не оппозиция, это заговор, что ли. Это попытка переворота, организатора переворота. Те, которых у нас почему-то называют несистемной оппозицией и прочее, это участники подготовки полулегализованного государственного переворота. Сергей Черняховский уверен, все лидеры прозападных коллаборационистских групп повязаны в серых схемах финансирования извне. Но вот за что готовы платить внешние силы и выгодно ли быть предателем Родины? Большей частью, если у Немцова есть миллиард, то, конечно, не за эту деятельность, а за предыдущую. Но, в общем, это достаточно выгодно. А кроме того, не все, с одной стороны, рассчитывают на то, что Запад заступится и их не посадят. А во-вторых, они рассчитывают на то, что, если что, попав за рубеж, они смогут жить там обеспеченно, как герои борьбы с каким-то ужасным режимом. Они не предают, не продают Родину, они служат той системе, подданными которой они себя предоставляют. Их родина не является ни Россией, ни Советский Союз. Это другая идентификация. Они просто ощущают себя частью той системы. Им так комфортно. Все это не граждане. Не потому, что их там суд лишил гражданства, а потому что они своим самоопределением политическим лишили себя гражданства. Эксперт утверждает, что в России слишком мягко относятся к коллаборационистам. Ходорковский, Пуссирайт и другие либо получают меньший срок, чем заслужили, либо имеют весьма обширные возможности как в заключении, так и после выхода на свободу, и такой подход опасен. Но то, что Немцов, Навальный, Касьянов, вся эта компания, Кадыров уже правильно говорил, это враги народа, враги страны, их надо судить по статье за государственную измену. Это все правильно, мы что-то стыдливо все это обходим. Но безнаказанность подготовки государственного переворота, естественно, порождает реальный государственный переворот. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».